Югорчанин вырастил на своем участке южные фрукты. В Ханты-Мансийске абрикосы и персики отлично прижились и дают хозяину сочные ароматные плоды, ничуть не уступающие своим южным собратьям. Причем автор этого югорского чуда готов поделиться своим секретом со всеми желающими. Последние 5 лет он активно занимается выращиванием на своем участке различных традиционно южных культур. Начинал с винограда, а теперь у него растут персики, абрикосы, дыни, орехи, черешня и даже редкая южная ягода шелковица. Не говоря о привычных яблоках, грушах и различных овощах. При этом те же абрикосы Александр не просто выращивает, а пытается максимально адаптировать к местному климату. Моя семья сама считала, что это невозможно. Надо мной что? Папе делать нечего. Вот он решил тут занять свое свободное время. А сейчас с квадратными глазами, я вот когда попробовали шелковицу первую, я им дал, потому что они у меня северяне. И они, в принципе, эту шелковицу не видели. Когда они попробовали, то жаль, что я не заснял их глаза.